Всем привет! У нас середина декабря. Зима, вроде как бы. Но коты этого не знают. То ли климат британский так на них влияет. В общем, вон впереди. Два кота, один на заборе, на повыше, другой на пониже. Выясняют отношения. А я собираю, прорежаю, так сказать, свою грядочку, на которой растет вот такой вот лучок зеленый, дикий. Специально здесь посажен. Сейчас прорежу немножко грядочку, где чеснок растет. И покормлю им курочек. Курочки с удовольствием его съедят. Они уже ждут зеленушку. Они знают, что я им принесу. Вот такой вот красивый, вкусный, яркий лучок. Мы кушаем даже зимой. Это та курочка, которую обижает черная курица. Поэтому я, если у меня есть возможность, я ее кормлю отдельно. Хотя, конечно, они ее не подпускают к кормушке, но потом, когда все поедят, тогда и она будет есть. В принципе, ничего страшного. Лично для меня общение с курицей, кормление вот так вот ее с руки, это своего рода удовольствие тоже. Вот, давай вот сюда, правильно. Здесь она тебя не достанет. Бедная. Молодец. Вкусно, да? Хочешь еще зернышек? Дай тебе зернышек. Может, хочешь зернышек? Хочешь, нет? Для разнообразия. Не, не хочешь зернышки? Комбикорм хочешь? Давай комбикорм дам тебе. На. Кушай. Кушай, кушай. Вообще, такая грязная машина, что мне стыдно снимать. Посмотри, снимать. Посмотри, здесь какой мусор, а? Да, так а что вы снимаете? Нашли где снимать. Это моя рабочая вообще-то машина. А, рабочая. Моя машина, не рабочая. Я вам видела, посылки пришли. Я даже не знаю, что там. Да, одной рукой хрен разорвешь. Так, ну вот это-то я знаю точно, что это. Мне пришел каталог. Семян. Каталог семян. На 2022 год. У нас 22 год уже. Нет, еще. Ну будет, а? Ладно, это я дома посмотрю каталог. Сейчас я хочу другие. Другие посмотреть. Так. Сейчас вот эту откроем. Что ж там, что там звенит? Что это такое? Слышишь, я даже не помню, что я заказывала. А, это крючки, вспомнила. Крючки для на кухне под шкафчиками. Хочу кружки там вешать. Крючки сделать. Сейчас открою. Вот такие вот крючки. Я их хочу в шкаф, в нижнюю часть шкафа кухонного закрутить. И на них буду вешать кружки. И так, таким образом... Я освобожу стол, то есть на столе не будут они стоять, а будут они висеть. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Следующая посылка. Вот такой корсет. Ну, не знаю, как тут еще корсет. А, ну, корсет, да. Вот такой вот. Сейчас я его открою, посмотрим. Думаю, может быть, если... Мало ли, может, у меня шея, спина болит. Ой, тут large. Интересно, по размерам еще там... Я не посмотрела размер, куда заказывала. Может быть, у меня спина и вот эта вот шея болит именно из-за того, что, может, я сутулюсь. В общем, я решила попробовать корсет. Ой, какой корсет огромный, Макс. Похоже, это на тебя. Досада. Не посмотрела я размер. L написано. Ладно, сейчас померю на себя. Может, он на меня будет нормальный. Корсет одела. Видно, нет. Не видно. Из-за того, что он large, размер большой, вот здесь вот липучки. А если бы был он маленький, то липучки были бы здесь. Я бы могла бы еще сильнее затянуть его.
А так это максимум. Не, ну конечно, так как бы приятно так. Плечи расправились. Вроде где колечко. Какое колечко? Поводок, что ли? Поводок? Как на собаке, да, похоже? В общем, Макс, я тебе передаю это, потому что она большая, я себе такой же закажу, только меньший размер. Зачем? Как понять, зачем? Ну, Макс, я купила, тебе надо кому-то носить. Ты мне машину, а я тебе корсет. Чтоб потом не говорил, что я у тебя машину забрала. Все будет честно. Обмен. Нормальный обмен? Нет. Ничего нет, в твоей машине еще надо колеса менять. Это нормальный обмен. Заехали мы в шиномонтажную узнать, когда они смогут принять машину, когда смогут поменять колеса на что-нибудь новое. Ну что говорит? Что говорит? Я забуку завтра. Завтра? Будем менять шины? Ну, конечно. Здорово. Все четыре? Да. Ох, блин, завтра у меня еще урок. Отдать денежку еще за это самое. Приехала я домой, дома, привезла крючки, сейчас покажу, куда я хочу их прицепить, крючки, 10 штук, 10 крючков, классных, вот таких вот. Ну вот, смотрите, вот у меня кружки сейчас вот здесь вот стоят, вот такая вот штука, ей уже лет 15, она уже старая вся, а я хочу вот здесь вот, под шкафом сделать крючки вот такие вот. Здесь вот крючки, крючки, крючки. И вешать вот эти кружечки. Они будут, то есть, вот здесь вот будут висеть. Вот так. Видно вам, нет? Вот так вот. Вообще, конечно, кухня у меня старая. Ее надо вообще-то менять по-хорошему. Но пока не поменяли, вот так вот будут кружки висеть. То есть, крючок вот он будет входить вот так вот, да? Вот так вот будет висеть кружка. Я думаю, что она не будет мешать что-либо делать на столе. В общем, вот так вот оно будет. На улице уже стемнело, куры все уже ушли в домик. Ничего не видно. Снимаю на следующий день. Мы приехали менять шины. Сейчас отдадим машину. Они все починят. Мы пока с Максом погуляем по городу. Ну а потом надо будет мне заплатить за колеса новые. И мы отправимся в новый путь с новыми шинами. Сколько им лет шинам этим? Ну не смотри, она же вообще стерлась вообще полностью. Я знаю, что так. Так они только шины или колеса будут менять? Только шины. Отдали машину, у нас есть час. Мы попьем кофе и вернемся обратно за машиной. А сейчас я вам кое-что интересное покажу. Я ж люблю подмечать. Смотрите, идет человек впереди, женщина, которая в летней обуви. У нас середина декабря. Приблизительно 10 градусов на улице. И это обычное дело для Британии. Даже я так иногда ходила, когда была моложе, когда мне было лет 20. Я практически круглый год ходила именно в такой обуви. То есть это обычное дело для Британии. Вы знаете, я люблю подмечать что-нибудь интересное. Вот еще один такой пунктик о Британии. В обуви можно ходить летний круглый год. Вот такая красивая елка в кафе. Мы закончили свое питье. И сейчас отправимся за машиной. Интересно, как там наши колесики новые. Ну чё? Лучше, нет? Да, новенькие, вон эти штучки торчат. Вот. Макс, слушай, так колесо это оно у тебя не грязное, оно у тебя поцарапанное. Вернее, не у тебя, а у меня, да? Как бы вот у меня, видишь, колесо здесь поцарапанное, вот. Ну нормальные колеса? Ну, в смысле нормальные? Вы что, их будете облизывать? Ну, хороший? Вам хватит. Блин, за такую цену. Сижу, греюсь у огня. Сожгла всякий мусор ненужный. Ну такой, не пластик какой-то там, а бумагу, дерево. Всякое ненужное. У нас уже на улице стемнело совсем. Курочки уже почти легли спать. Сейчас покажу вам их. Сижу, греюсь. И знаете, что думаю? У меня такая мысль. Как бы хорошо было бы организовать свою жизнь так, чтобы было место, вот, где можно посидеть у огня, на улице где-то, вместе с детьми, как-то, чтобы это было удобно. Какая-то барбекю area, где можно сделать барбекю.
где можно просто сидеть с семьей, проводить время вечером. Сейчас вот на улице холодно, да, если бы у нас был бы какой-то круг такой для открытого огня, и вокруг него были бы какие-нибудь седлушки, какие-нибудь сиденья, столик какой-нибудь. Сейчас вот были здесь Агаша с Мишей, бегали, прыгали, играли, замерзли, побежали домой. А так бы мы сидели бы все вместе, так было бы здорово. Так к тому, что надо организовывать свою жизнь так, чтобы были такие вот приятные моменты для всей семьи. В планах, все в планах. Не буду о них ни о чего рассказывать, не буду о них говорить. Просто вот такими мыслями делюсь. В саду включена лента, которая идет в курятник. Если вы помните, я лет, не знаю, 4-5 назад делала, проводила из дома. У меня в доме розетку включаешь, и у кур включается освещение. Сейчас пойдем посмотрим с вами, как-то моя курятинка. Ну, я уже их слышу. Они еще, как бы, они уже легли спать, но еще пока что. Еще не спят пока. Ничего не видно. Курушки мои. Ну что, спите, да? Курятинка моя. Надо вам свет выключать. Все. Ложимся спать, да? На улице накрапывает. Капельки. Видите, капельки. Везде все мокрое. Все в капельках. Я дожгла мусор, захожу домой. Буду сейчас обед готовить. Все, хорошо, помаленьку закрываю свою печку. Там все прогорело, буду завтра убирать золу. Все, ухожу домой.